Последние дни летних каникул в православной гимназии было непривычно многолюдно. Поводом стало освещение столовой, которую за время каникул значительно расширили и подготовили к новому учебному году. До реконструкции в трапезной могла уместиться лишь третья часть воспитанников. Теперь у руководства гимназии нет необходимости составлять график завтраков и обедов и кормить детей в несколько смен. Новое просторное помещение способно принять до 200 учеников. Сегодня мы с вами получаем прекрасное сооружение, которое послужит для достойного существования образовательного процесса здесь, в гимназии. В чине освещения трапезной приняли участие представители духовенства, первые лица города, педагоги и ученики гимназии. Митрополит Георгий благословил ребят на начало учебного года. Буквально через несколько дней в новой трапезной расставят столы и будет вкусно пахнуть приготовленными завтраками и обедами. Воспитанникам желаю помощи Божией в начале нового учебного года, чтобы вы могли и себя утешать, радовать своих учителей и родителей. Жить в радости и утешении. После освящения трапезной архиерей поблагодарил всех, кто внес свой вклад в скорейшее завершение строительства и вручил им образы Спасителя и Богородицы. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.